Лилия, я очень рада, что сегодня у меня такой замечательный гость в программе. И первый вопрос мой будет о вашем детстве. Помните ли вы его? Первые впечатления о детстве я помню с 3 лет, когда у меня была операция. Меня положили в больницу, и была операция. Вот этот момент, это, наверное, такой стрессовый. Затем я себя помню уже с 4 лет, когда я вышла в 4 года на сцену с папой. Я выходила перед ним и выступала, пела песенку такую, не детскую, тогда популярная в советское время была песня «Травы, травы не успели», а «Поцелуях», в общем, такая песня. И потом, когда я помню этот момент, когда папа вышел за мной на сцену, и он уронил микрофон. Это было просто для него такое волнение, это было понятно, что эмоционально. Помню, вот помню всех моих мальчишек, и я дружила с Русланом, Вовой, Сашей, у меня были две... То есть больше с мальчиками? Да. Нет, не с девочками? Нет, был Руслан, Вова, Саша, и затем и две Наташи, и Леночка. А расскажите, вот вы подготовили фотографии. Да. Показывайте, рассказывайте. Детские фотографии, вот эта фотография, где я все время говорю, здесь я похожа на Аду Роговцеву. Да, вот такой ребенок в шубке, такой пуховый платочек беленький, помню. Ой, очень такие памятные фотографии. Я даже помню вот это платье сейчас у себя вот так, ощущения остались вот тактильные в руках. Ткани. Вот именно вот этой ткани, да. Это у нас была такая фотосессия в детском садике. Здесь очень на Николь похожа. И вчера, когда подбирала фотографии, вот такое трепетное, ценное фото для меня. Мне купили школьную форму, и там же на рынке, где вот эти все магазинчики были, была студия. И помню сейчас, где на, с правой стороны, как заходишь, вот эта фотография. А затем вот эта фотография моя семейная. Это мой папочка, мама, старший брат Сергей и Игорек. А вот ваши родители, чему, да, вот на ваш взгляд, они в первую очередь вас учили? Вы знаете, очень важно это приобретение всей нашей семьи, это вот семейные ценности и вообще человеческие ценности. Что такое чувство локтя, дружбы, поддержки, что такое слово. Вот слово в моей семье, вот я говорю, что оно ценнее всех валют на мировых биржах. У вас все на равных позициях или же кто-то главенствующую роль? Нет, все были на равных. Но, конечно же, генералом была мама. Не папа? Нет, не папа. А старший брат воспитывал и нас. Тогда же родителям нужно было выходить из декрета, работать. И мой брат до 1 годика со мной нянчился. Потом он недавно признался, что он выпивал все мои соки и съедал пюре. Ну, наверное, не все. И я так в шутку говорю, ах, так вот почему я не выросла. Дальше, что вы там подготовили? Дальше. Школьные годы? Сейчас. Вот, да? Это я еще вот здесь очень маленькая, ага, такая маленькая. Это мой брат Игорек, это моя крестная. Я у мамочки на руках. Затем вот у меня была собака, у нас было 2 овчарки, был у меня кот когда-то, это моя собака Эра. И любовь к собакам до сих пор и к животным. Да, да, я вообще вот... Поклонница больше собак, но у нас кот, потому что с котом легче и нужно выгуливать все время утром, вечером. Затем вот еще хочу детскую вот такую фотографию показать, где я с братиками, такие Ой, трепетные. Ой, вы такая маленькая, такая, да, смешная. Да, трепетные такие фото. А это уже после школы. Ой. Да, это в музыкальном училище уже. После этого фото, есть еще одно фото, где я с улыбкой. До этого я всегда стеснялась улыбаться. Почему? Я все время вот так смеялась и хихикала. Я не знаю, наверное, была неуверена в себе девочкой. И с тех пор, вот как есть другое фото, где с улыбкой, с тех пор я улыбаюсь все время. Да. А школьная, а вот школьная дискотека, например. Вот я с мальчиками, с ребятами. И вот тоже я... Тоже школьные годы, вот я пела в этом коллективе. А вот... Когда я приехала учиться в Кишинев, вот, это моя тетя Елена Дмитриевна Кашнян, в девичестве тоже Шаломей, и она была моим ангелом хранителем и до сих пор им является, и на все выходные я была у нее. А наш хор телевидения и радио Молдовы, детский хор, он был на базе 2-го интерната на Гренобле, который сейчас, к сожалению, расформирован, и вот я приехала в 12 лет учиться здесь, в Кишиневе. Если окунуться еще раз в школу, помните ли вы свои школьные будни? Любили бы учиться? Какие предметы были любимыми?
А, конечно. И меня Николь тоже моя спрашивает, нравилось ли мне ходить в школу. Конечно же, нравилось. И класс у нас был очень дружный. Я училась в Б-классе, пока не соединили нас в 10 классе. Естественно, музыка нравилась. Я была всегда очень спортивная. И на труды мы ездили. Тогда были такие курсы, УПК назывались. Я швея-мотористка 4-го разряда. Хотя я с этим делом не дружу абсолютно. И музыкой всю жизнь занималась. То бросала, то опять училась. Любимые это были украинская литература, русская литература. Я в школе чем занималась? Я выжигала. Я занималась выжиганием, недавно дочери сказала. И до сих пор практикуете? Нет, уже все? Нет, я не знаю, выжигают ли сейчас. И в классе у нас висел портрет, который я выжгла. Это был портрет Катюбинского в классе украинской литературы. А вы говорите, то бросала, то опять начинала. В чем проблема? Проблема, может быть, дело в том, что я жила в селе, у нас поселок такой шикарный, у нас там техникум, в котором преподавали мои родители, интеллигентная семья, мама преподавала латынь и фармакологию, папа хирургию и ветеринарную экспертизу, и мне приходилось ездить все время в город. То есть автобус, переполненный студентами, которые вот так все битком друг к другу, и ребенок уставший. Потом, может быть, хотелось или отдохнуть, или с девочками погулять. И, может быть, не всегда хотелось заниматься фортепиано. То есть я первый раз поступила в музыкальную школу, мне было 6 лет. Меня из нее исключили через месяц или через два, потому что я тогда еще не умела писать, дневник мне заполнял мальчик. И было написано «каникулы». Меня родители долгое время спрашивали, а когда в школу? Я им говорила «каникулы». «Каникулы» для меня было какое-то такое слово «каникулы». Вот школьница, да, я еще детсадовский ребенок. Я говорила «каникулы». И представляете себе? И они верили. Да. 12 километров, что значит ребенок сам, 6-летний, едет в музыкальную школу, садится на автобус и возвращается. И, были вот такие моменты. Я никогда не была лентяйкой. Может быть, где-то нужно было надавить на ребенка, потому что многие говорят, и сегодня, которые стали большими музыкантами, что они благодарны родителям за то, что они их заставляли, принуждали заниматься из-под палки. Чтобы ребенок не расслаблялся. Да, не расслаблялся. И вот я потом еще два раза училась в музыкальной школе, и уже в 9 классе я, когда прослушалась в Кишиневе в консерваторию, и я поняла, что все-таки я буду поступать, буду заниматься музыкой. Я опять возобновила музыкальную школу, и я за 2 года сделала 3 класса домры. Я была первой домрой в народном оркестре народных инструментов. Я играла на домре, и вот потом поступила в музыкальное училище, чтобы была база. Кто повлиял на ваше развитие в первую очередь? Какие учителя? То есть были ли такие педагоги, которые колоссально меняли мировоззрение? Да, да. Это была Зинаида Ивановна по русской литературе и наша Тамара Петровна, мой классный руководитель по украинской литературе. Это всегда эрудированные люди, они какие-то были, всегда казались более прогрессивными. Всегда были очень требовательные и строгие, при том, что были очень обаятельные люди. На сегодняшний день саморазвитие, оно очень-очень важную такую роль занимает. Вот вы, как вы себя развиваете? Вот помимо того, что вы в своей деятельности развиваетесь и продолжаете различные концерты, новые какие-то пьесы и так далее, а вот сейчас, график у нас всегда загружен, что есть мало времени. Бывает, что его фактически абсолютно нет времени ни на себя, ни на ребенка. А у меня это языки. В прошлом году изучала румынский язык, и в этом году, и с прошлого года, и этот год румынский и английский язык. То есть я говорю на английском, итальянском, румынском, немецком, естественно, русский, украинский, родные языки. И понятно, что понимаю, когда-то говорила уже и по-испански, польский понимаю, и французский тоже понимаю, но не говорю. То есть у вас склонность к языкам? Да, склонность к языкам, но это же, к тому же, это работоспособность. Естественно, это если ты усилия прикладываешь. А есть ли такое хобби, которое помогает отвлечься от всего, что происходит? Или это общение с дочкой, допустим? Да, нет, сейчас хобби никакого нет, но если я куда-то еду, не в Кишиневе, я нахожусь... если я путешествую, мое хобби – это фотография, это архитектура. Вот я раньше говорила, что мне не нравится Бухарест, от многих здесь тоже слышу, потому что
получалось так, что я туда приезжала, наверное, как-то в ноябре, когда вот все такое серое, и здания серые. Но 2 года назад я была приглашена в Национальный театр оперетты участвовать в гала-концерте. И у меня было время прогуляться по Бухаресту. Я увидела старый Бухарест, я прошлась 8 километров пешком, я фотографировала эти здания, он напоминает Париж. И вот именно фото архитектурные, вот меня очень вдохновляют, и природы тоже. То есть такая память? Да, да, очень. А вдохновила на фото меня моя дочь Николь. У нее очень острый глаз, под красивым углом она все видит, и после нее уже я. Давайте сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. С удовольствием. Мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей, и холодные ветры проворно потекли. А вот вы любите путешествовать, насколько я поняла. Какой ваш самый любимый город, может быть? Любимый мой город – Вена. Очень люблю Шанхай. Есть маленький город в Испании – Сеговия. Очень красивый. Сарагоса тоже. Клуж-Напока. Ну, достаточно вы городов. Вы когда путешествуете, вы смотрите на архитектуру? То есть у вас есть такая программа, например, сегодня я посещаю то-то-то-то-то. Или вы любите просто гулять и как-то отвлекаться от всего, что происходит? Все эти путешествия обычно связаны с гастролями. И когда мы на гастролях, то я вот была в 23 или в 24 странах. То ты себя мало ощущаешь туристом, потому что ты подчинен тому графику рабочему. Это обычно автобус, гостиница, опять дорога в театр и обратно. И когда ты солист, ты исполняешь главную партию, неважно, или вторую партию, и тем более, если у тебя нет дублера, то, естественно, ты не можешь расслабляться, как другие люди из оркестра или артисты хора, пойти на шопинг, прогуливаться или поехать. Вот, допустим, когда мы жили под Лондоном, я была дважды, я была полгода в Англии, но я ни разу не поехала в Лондон. Мы жили в Джиллингеме, это не так уж далеко было от Лондона, потому что ты чувствуешь ответственность. Если, не дай бог, в хоре где-то у кого-то какая-то шероховатость произошла, там не слышно, кто это сделал. Правда? Или в оркестре. Не слышно, кто там что-то не то сыграл. Естественно, оркестр всегда на уровне и хор. Но, а когда ты это сделал, то, понятно, ответственность лежит на тебе. Вот это пятнышко, да, оно уже на тебе. Поэтому ты не ощущаешь себя туристом. А какие женские слабости? Мои слабости? Ой. Ну, вы знаете, как-то и нет. Нет, я вообще не капризна, не прихотлива. Ну, вот есть такие дни, например, сегодня там на маникюр, сегодня на массаж. Ну, это естественно. Такого рода. Есть. На массаж я на массажах не была никогда, это не мое. Я немного человек такой, при том, что кажется, что я очень открытая, такая доступная. Ну, вот я считаю каким-то таким моментом сокровенным, таким вот прямо личным, чтобы перед кем-то раздеться и чтобы работали с твоим телом, мяли тебя так. Вот лучше пусть режиссер из меня вот как из теста, из пластилина что-то делает. А естественно, я, да, хожу в салон, да, это лицо, уход за лицом, волосы. И внешний, да, вид, наверное, на первом месте. Ну, как-то так получается, наверное. Это, наверное, да? Необходимость? Ну, это необходимость не просто для артистки, а для любой женщины. Вот вы еще подготовили такой альбомчик, мне ж интересно, что там такого интересного. Многие фотографии отсюда, что-то я вырывала, да, когда-то, сейчас я вам покажу. Я помню вот это фото, мне папа завязал так бантики, здесь я пионерка, так стянул волосы, волосами занимался такие, мой папа. Узкие, да, что вот так сейчас женщины многие так делают, в узел собирают волосы, чтобы молодость себе придать, да? Вот это фото. Волосы папа всегда собирал, да, не мама? Да, папа мне интересно делал корзинку, мальвинку. Да. Вы у вас талантливый папа. Да, здесь мой класс, многие ребята, с которыми я сейчас дружу. Вот, прекрасный такой, очень был у нас хороший класс, это директор нашей школы, это моя первая учительница, я здесь в платьице в горошек. Вот.
Ну, какие-то фотографии семейные здесь, всякие поездки. Мамина группа очень часто ездила, мама своих студентов все время так держала в тонусе, возила их на экскурсии в Ленинград, в Москву, и я с ними ездила. Это не каждый классный руководитель будет этим заниматься. То есть ей было приятно, это было для нее важно, развитие своих студентов, чтобы они не только были хорошими ветеринарами, но чтобы были и интеллигентными, эрудированными людьми. А почему вообще оперное пение? Вообще-то я не собиралась стать оперной певицей, это была мечта только стать эстрадной. И вот с 4 лет я пела эстраду. И почему я приехала на прослушивание в 9 классе сюда в консерваторию у народного артиста Молдовы Владимира Федоровича Драгоша, у которого я потом впоследствии была в мастерате, занималась 2 года, была его ассистенткой с его студентами, у меня было 7 студентов. И он послушал, сказал, что товар хороший, берем, надо брать. Прям товар. Да, так сказал, товар хороший, надо брать. И вы решаете, вам на подкурс к нам в консерваторию или в музыкальное училище. Еще был выбор у меня после 9 класса ехать в Киев в эстрадно-цирковое училище. Но, естественно, каждый хочет получить диплом о среднем образовании. И, естественно, не рискнули. И поехали в музыкальное училище в Кишинев. Приехала одна, без родителей, поселилась в общежитии, сама поступала. Я была очень самостоятельным ребенком, потому что мне когда было 12 лет, я одна ездила из Кишинева домой и обратно. Все время это вот я путешествовала одна. И когда я поступила, Мелентий Григорьевич Паранюк, он сказал, что вообще зачем этой девочке учиться у нас в училище? Ей нужно давать диплом и уже поступать в консерваторию. И почему ты не привезла еще талантливых украинок? Потому что Украина славится голосами. Но это все так обоюдно. В любой стране или республике говорят, в Молдове голоса очень яркие, мы говорим, в Украине очень яркие, в России. И я поступила. Я думала, что я поступила, честно говоря, на эстрадное. На эстрадный. И потом я узнала, что эстрадный только на 3-м или 4-м курсе факультативом. Я была очень так огорчена какое-то длительное время. Но затем в один момент дважды я услышала по радио у себя в общежитии куплеты Роберта исполнял Владимир Федорович, я тогда не знала, кто это. И сцену письма Татьяны, Людмила Ага, заслуженная артистка. Это просто это буря эмоций, восторга, сам Чайковский, этот оркестр, это просто вот такой шквал, именно музыка там такая непередаваемая. Вот она вот все и перевернула. Это вдохновило все? Это вдохновило безумно, безумно. Вот моя подруга говорит, что в детстве Лилия Лаврик, она, ей было 3 года или 6, она посмотрела оперу, фильм «Чосан» с участием Марии Биешу. Она сказала, я буду оперной певицей. И вот она оперная певица, ведущая меццо-сопрано в оперном театре. А вот как вы считаете, ваши детские мечты, сбылись ли они? Или до сих пор есть какая-то, может, такая детская мечта, которая должна сбыться? Не все. Дело в том, что я мечтала быть и певицей, и ветеринаром. И я писала очень часто вот сочинения или на ту тему, или на ту, или, может быть, на обе сразу. И вот где-то 5 лет назад я сказала, наверное, с тех пор, когда у нас появился наш любимец Ленечка, то, наверное, еще больше вот всколыхнуло это во мне. И я сказала, как жаль, что я не стала ветеринаром. Вот было бы хорошо еще быть ветеринаром. Ну, естественно, я не жалею, я обожаю свою профессию. Как бы не было сложно у нас в стране быть артистом, все равно ни секунды сожаления об этом. Конечно, были другие мечты. Я хотела быть оператором на нефтеперерабатывающей платформе, работать в нефти какой-то перерабатывающей компании. Затем я хотела быть еще радисткой, но я знала, меня туда не примут, потому что нужно было быть такой сильной в физике. У меня стояла по физике 4 такая, но я знала ее на 3. Вот. Это я недавно Николь сказала, мне не стыдно об этом говорить, потому что я не технарь, я творческий человек. Так что были разные такие. Ну вот, глядя на вас, складывается впечатление, что вы такая абсолютно счастливая женщина. А вот как вы считаете, можно ли это сказать, что правда?
Я абсолютно счастлива в том плане, потому что у меня есть моя любимая дочь, семья, мой брат, родителей и брата уже нет, но мои друзья, вот, которые остались в моей жизни до сих пор с детства, с которыми я заново начинаю общаться, было вот благодаря социальным сетям мы нашли друг друга. Вы знаете, вот все вот эти моменты, они вот те главные крупинки, вот, из которых собирается вот что-то главное, вот то, что вот внутри у тебя находится, вот это дает ощущение гармонии в твоей жизни. У меня любимая профессия, у меня бесподобные друзья, меня окружают бесподобные люди, надежные люди. Естественно, хочется встретить свою вторую половину. Вот этого пазла, вот это единственный пазл, который в моей жизни не сложился. Но я надеюсь, что как-то он найдется, отыщется. Да, естественно. А во что вы еще верите? Я верю в добро. Я верю в порядочность и я верю в дружбу. У нас есть такая рубрика, называется «Рингтоны». Угу. Давайте споем две песни. Песня для любимого и песня для души. А вы знаете, у меня есть одна песня, которая это в два в одном. Объединяет. Она объединяет, да. Давайте. Особенно я, если куда-то еду и... спрашивают, а вы поете в душе? Да, в душе. Я говорю, нет, дома никогда. Но если я куда-то приехала, у меня очень хорошее настроение, и там красивая такая гостиница, просторная ванная, то там я пою, и пою именно вот эту песню. Да. И вообще, вот когда хочется что-то себе намурлыкать, как говорится, вот так под нос, то вот именно вот эту. Это Гершвин как раз и о любимом, и то, что для души. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while he'll take my hand. And thought it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday, will be my good news day. He'll build a little home, just meant for two, from which I'll never roam, who would you? Ваш голос действительно завораживающий. Да, да. Ой, спасибо большое. Следующий у нас блиц-опрос. Давайте. Давайте дополним. Любовь для меня – это чувство? Это чувство, это доверие и уважение. Я благодарна Богу за то, что у меня есть прекрасная дочь. Никогда не стоит забывать то, что для тебя сделали хорошее. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня. Мне действительно было очень приятно с вами познакомиться еще ближе. И я считаю, что вот именно такие люди, как вы, показывают, что в нашей стране действительно есть талантливые и очень приятные, харизматичные личности. Спасибо, Катенька. Я тоже очень рада, что мы познакомились с вами наконец-то вот так близко, тет-а-тет. И вы создаете впечатление очень такой романтичной, очень интеллигентной, эрудированной юной леди. И я желаю всем вашим проектам, проектов прекрасного успеха и самых интересных и достойных гостей в вашей студии. Благодарю вас.